Ой, солдат, ты думаешь, что ты меня попадешь? Если попадешь, я вылечусь, успею. Ну что, я был прав. Пишет, у тебя есть север, темфор, краса? Кто пишет? Какой-то лучок. Че себе? Да, нити классные у людей. И что меня прикрывает? Я с гранатомета с этого расфигачил пулеметчика. Прям так в мясо он разлетелся. Он не понял, шпион что ли бегает? С моим бежит шпион, блин, я понятен. А ты, наверное, думаешь, что за глюки? О, я понял то, что шпион, я по нему начал стрелять. В общем, если с ником Лучок кто-нибудь зайдет, сразу на это друг. Почему? Ну да, Лучок такой. Чё, не Лучок? Меня тоже пикает. Меня карта Ламбреско, тебя не заебало уже это, блядь, карта? 3 часа, блядь, одна. Говорит, может нам тоже свою политику закатать? Может. А тут админы обкульные, любят одну и ту же карту. Давай карту меняй. Админ, карту меня, лентяй. Вообще загасил. Испалил. Таким способом хочешь, чтобы мы, блядь, купили админку и сами сменили эту карту. Вон, блядь, только и сыпет. Продам админку. Потому что они лентяи, вот и говорят, продам админку. Слушай, мы свою политику что-то плохо загоняем. О, придется резать. Тесла. Слушай, ты не засек, с каких я начал, а? Чё, кто чё начал? Ну, пилить. А? Ну, видюху пилить. Не помнишь, с каких я начал, а? Причем как начал, так я и не прерывался, прикинь. Я думал, ты вырубал хотя бы так. Нет. Как? Вообще ни разу. Ну, сейчас Лучок еще зайдет. Смотрим. Есть птих. О. На точку встань, чучело! Найдешь, что сейчас Лучок присоединится. Видишь, я уже подготовил. Ой. Отсюку. Нифига реально невидимость сдается. Такая легкая. Ну да, только, по-моему, слепой не увидит. Со мной согласен? Согласен. Как-то уже скучно не было. За инженера, если играешь, то... О, слушай. В руке патрон увидеть можно. Слышь, я только что снайпера увидел, в него стрельнул такой. Я вообще коварный, да? Этот чок. Ну, по плану его хоть одна моя мина должна была задеть. По-моему, все на пиратке играют, ни у кого стимы нету, вот только вот. 3 чела, я, ты и Пикачушка вроде.
Остальные видишь без картинки как-то. А не обязательно, просто некоторые могут не ставить. Если бы не ставили, был бы значок вопроса. Да? Да, по идее. Может, все думают то, что все-таки лицензия что-то стоит? А что, есть такие инициалы? Чувак телепорт построил. Слушай, к нам этот шпион все-таки приперся. К нам смертник все-таки пришел. Так, лучок выглядит там фортрес. Меня не впекалывает. Надо покарать этих людей плохих. Лучок. Что-то лучок пропал нафиг. Может, инфаркт миокарда у него. А кто такой Гордон Фриман? Фриман? Дядь с ними? Ну да, ну какой-то под... Ну, там... За изображение медика кто-то... взял... В общем, написал себе... ник очень прикольный такой. Я тебя прикрываю, что? Вот он, снайпер! А, вон он, лучок. Так. Тебя посмотрит и присоединится за нас. Я знаю этих людей. Так, я, в общем, сделал кольцо регенерации. Хорошая штука. Плюс один, плюс семь. Я думаю... Что дает маска смерти, ты не знаешь? Немного увеличивает скорость и, по-моему, атаку. Вот у меня, например, она что-то увеличила мне скорость. А, нет, не надо. У меня просто не хватает меня. У меня только нажали на зелье, на это, на иммунитет, на ожерелье иммунитет только хватило. Ну, это такое чувство, что я со спецхаком играю. Ну, лучок что-то не переходит, он вообще ничего не делает, он мертвый валяется. Лучок АПК, походу, кикаем его. Так, турелька скоро уже прокачается. А, нет, кажется, учет не АФК. Сейчас посмотрим. Блин, тут там опять снайпер. Блин, вот. Ух ты! Слушай, снайпер какой... Какой снайпер? Снайпер такой снайпер. Это мой единственный аргумент. Ну, по крайней мере, ты за мной идешь, это уже радует. Слушай, я бы свою турель бы улучшил до третьего уровня. Если загасит, я беру этого... Как его звать? О-о-о, там что, мою турель или что? Нет, не твою, это... А, это этого, как его... Вот так. Муна. Вот, меня убил. Вот снайпер тоже дурацкий. Иди играть. Всё, у меня патроны кончились. Не понял. Он мне дает всего лишь этого, как тебе сказать. А, вот, патрон наконец. Патрон не дал. Офигеть.
Сейчас будем веселиться. О, слушай, к нам этот... В общем, к тебе этот, как тебе сказать... Ну, ты понял уже. Вот я думаю, сейчас я буду немного мучить этих. Слышь, лучок, то с... метки, я тебе скажу. Слушай, меня сейчас послышалось лучок на моей турели. Я сейчас приду с этим. С зарением. А, нет, лучше с южным гостеприимством. Не чесать. Ух ты! Здорово. Чек делаю на последнем этаже. Слышь, к тебе этот пулеметчик идет, так уж это. Разворачивай турель. Ё-мо. По-моему, уже не обязательно. Картоп пулся, то еще. О! Ой, куда-то полетел чувак. Слушай, куда-то чувак полетел такой. Не, получше. Давай, помогай мне турель возводить. Ну, крайне ли этого. Спая выбросили. Лучше надо заканчивать, потому что я не знаю, насколько у меня еще хватит на компе. Ну хотя, если я. Хотя ладно, увидим. Слушай, снимай с моей турели жучка. Жучок на моей турели. Ух ты. Ух ты, ух ты, слушай, мне в пупу стреляют. Мою турель снесли? Ну? Я должен там спить. Инженеры, блядь, все постройки проебали. Упс, интернет закал, походу. Ой, ладно. Окей. Ну сейчас еще это, сейчас будут некоторые выкрикивать. Кстати, я продолжу выкрикивать, снимать, если что. Наша столовая начнут. Слушай, может я тебе потом название скину? Слушай, очень хорошо прогает, снимает это, можно сказать, в один файл, без дележки. Восемь очень компактно, да? В общем, как это, если обрабатывать сразу через Camtasia. Так. Так, я, пожалуй, тоже за Дампана. Так, подожди, я начну записывать. Всем здравствуйте, это летсплей на Team Fortress 2. Данта. С Гритом и Данта. Добавлено время. Я 100% это выложу на YouTube, потому что мне делать точно нечего. Ну, наверное, всегда дается, да? Ну, если находишь. Ну, ну, если ты не перекуешь, то навсегда. У тебя есть подкидыш? Подкидыш был, но его сейчас нету. Могу дать, я второй уже и появился. А, ну если можешь, то дай.
Я не знаю, как давать. А ты через обмен. Хорошо. Ты предложи, я соглашусь. Окей. Так, ладно. Сейчас меня загасят автоматом. Так, лучок. Так, лучок в ожидании ответа. Сейчас. Так. Сейчас у меня появился. Ой, ё-моё. А, все нормально. Так. Чёрный экран. Всё. Лучок, у тебя там тоже чёрный экран? Или как? У меня то же самое. Так. Кстати, вот эти очки мне подарили. Мистер Лио. Так, лучок в ожидании. Что ожидает? Ух ты! Вот это я намудил. Ладно. Добавлено время. Слышь, похоже, все-таки этот мод не отключили. Он работает, я его только что покупал. Все. Скорость. Так, тогда я регенерацию закупаю. Сейчас этот лучок. Только допрёт то, что это. Ну я еще сапоги скороходы возьму. Так, что Х2 как у меня там. А, ну тогда я змеиный браслет возьму. Ой, не так написал. О, собратчики. Так, оба жизненным автоматом. Так, еще амулет восстановления. И наручи. Я думаю. Все. Отлично. Лучок все еще думает, как это, как кинуть. Лучок, у тебя это... как... Он вышел. Ага, все. Все понятно. Я сам пытался сделать. А он мне пытался этот подкидыш обменять, а у него походу это не полный комплект этого, как тебе сказать. В общем, не полный аккаунт Тенфортерса. Господи. Был красивый лак. У меня тоже был красивый лак. Хорошо, что я браслет вот, ну этот, кольцо регенерации взял, а то бы меня сейчас бы загасили его. Так, ну тоже взять. Тоже бери по любасу, если тебе оставят немного хотя бы хп, ты хотя бы 15 сможешь. Так, что-то... Ну, пригласи еще разок, ага, сейчас приглашу. Если меня не согласят, то пригласи. Ну да, загасить. Так, пригласить игру. Так, кто у меня еще тут в списке друзей? Кого еще пригласить? Не знаю. Ну как, ты до сих пор снимаешь или нет? Я снимаю. В общем, когда ты закончишь, я вместе с тобой закончу, потому что мне немного скучно стало как-то. Я вообще тупой какой-то сервер. А кто нашел его? Ух ты, ух ты, ух ты! Вас ударил человек, вы уклонились от выстрела. О, видишь, вообще классно, да? Чуть мне сегодня не молясь так везет, да? Раз я это возьму. Ну я скорее всего резать буду видео, потому что
Кто будет сейчас смотреть Team Fortress? Разрежу на полчаса? Ну или на 20, я не знаю. Ой, я не буду записывать, бред какой-то. Нифига. Что, продолжать не будешь записывать, да? Нет. У меня сейчас такая мелкая дегенерация на разрезе, по-моему... Ага. Ладно, пофигу. Я заканчиваю. Я не знаю, может оставлю то, что записал, может нет. Ну, в общем, ладно, я заканчиваю. С вами были Данте. И Грит. И до следующего нашего совместного игры в Team Fortress, в Майнкрафте, в чем угодно. Сейчас веселье. Я загасил. Ладно. Ну и всем пока.